Накануне Международного женского дня Всероссийский центр изучения общественного мнения спросил у мужчин о том, что они планируют подарить своим женщинам на 8 марта. Среди самых популярных ответов вновь, как и годами ранее, лидируют цветы – 64%, а также парфюмерия, косметика, бижутерия – 24% и конфеты, спиртные напитки, деликатесы – 17%. По данным опроса, число мужчин, которые решили подарить билеты на концерт в театр или ужин в ресторане, от года к году постепенно уменьшается. Помимо этого, сокращается доля мужчин, которые собираются подарить ювелирные украшения, а также мобильный телефон, смартфон и другие гаджеты. При этом мужчины, согласно ответам респондентов, чаще стали либо спрашивать о желаниях у женщин, либо просто дарят деньги. С 1 апреля в Заурале будет запущен скоростной электропоезд «Ласточка» Курган-Екатеринбург-Курган. Курсировать поезд по маршруту будет раз в день. Согласно предварительному расписанию, время в пути составит 5 часов 22 минуты. Из Екатеринбурга в Курган состав будет отправляться в 18:50 местного времени. В Екатеринбурге с Кургана состав должен будет прибывать к 12 часам. За поездку на откидных сиденьях вдоль борта вагона стоимость составит 574 рубля 40 копеек. За обычное сидячее место 957 рублей 30 копеек. С этого года жители Курганской области смогут получить микрозайм до 300 тысяч рублей на 5 лет по 3% годовых на строительство собственного дома. Такая мера поддержки распространяется на семьи, в которых возраст хотя бы одного из супругов на дату подачи заявления не превышает 35 лет, либо неполные семьи, состоящие из одного родителя, возраст которого на дату подачи заявления не превышает 35 лет, а также многодетные семьи. Эти же меры в ближайшее время планируется распространить на представителей казачьих общин, медицинских и педагогических работников, учреждений государственной системы здравоохранения и образования. Микрозаймы предоставляются при постройке дома на территории любого муниципального образования Курганской области, за исключением города Кургана и города Шадринска, Китовского и Лесниковского сельсоветов Китовского района, территории СНТ и ДНТ. Также заемщик должен иметь не менее 6 календарных месяцев трудового стажа по настоящему месту работы. В Кургане подвели итоги 10-го фестиваля молодых семей «Молодые семьи молодого Кургана». В этом году фестиваль молодых семей проходил под девизом «Семья ТВ». Поэтому все его этапы от самого первого до финала были связаны с телевидением, телепередачами и телепроектами. Семьи снимали видеоролики о себе, проходили квест по мотивам известной телепередачи «Орел и Решка», пробовали себя в роли стендап-комиков. Также они приняли участие в игре «Импровизация Activity», продемонстрировали свою эрудицию в интеллектуальной игре, сразились в кулинарном поединке и встретились на семейных посиделках. По итогам всех конкурсных состязаний, по сумме баллов, набранных участниками, третье место в фестивале «Молодые семьи молодого Кургана» заняла семья Менщиковых. Второй стала семья Филипповых, а победителем стали Николай и Екатерина Петровы и их дети Максим и Юлия. Им глава города Андрей Потапов вручил главный приз фестиваля – денежный сертификат на сумму 50 тысяч рублей.